Всем доброе утро. Прекрасное, замечательное утро. Умничать сейчас я с вами особо не буду. Я вот заканчиваю уже практически разминочку. Разминочку для того, чтобы напомнить вам всем, да, вот самой поотжиматься. А все вы помните, да, что я учусь отжиматься 50 раз. Ну и напомнить вам всем, что неплохо бы начинать день именно с каких-нибудь вот разминок, зарядок. Именно так, да, именно так, друзья мои. Вот совершенно неплохо ухаживать за своим телом. Вот, собственно говоря, короткая такая вот зарисовочка, ну и заодно, чтобы вы посмотрели, вот насколько здесь все стало зелено, прекрасно, цветут одуванчики вовсю. Ну, одуванчики даже уже скоро здесь вот на юге перестанут цвести. Мои нарциссы. И, кстати, я должна сказать, что у соседей у моих нарциссы не отцвели. То есть, возможно, отцвели одни, но зацвели другие. К ним добавились тюльпаны и какие-то разные, совершенно разные цветы. Ну, моя соседка Татьяна, она вообще такая женщина со вкусом. Или даже я не знаю, как это сказать, но, в общем, огородница. Поэтому вот у нее на грядках все в порядке. У нее на грядках все хорошо. Вот, поэтому теперь нарциссы и всякие разные прелести цветущие радуют меня со всех сторон. Именно так. Ну что же, 9 раз. Да, задача 9 раз. Вот мое число пока еще 9. Пока я еще отжимаюсь, должна отжиматься 9 раз. Прекрасно, прекрасно. Вы знаете, сразу после вот этой процедуры так приливает во все практически части моего тела кровь. Ну, еще буквально немножечко такой вот растяжечки. Умничать я сегодня с вами буду в огороде. Да, и вот не далее, чем через некоторое время, буквально там, может быть, минуток через 20, через 30, вот и начну умничать, да. Ну и, как всегда, буду рассуждать о жизни, отвечать на ваши вопросы. Ну и все по обычному расписанию. Все по обычному расписанию, друзья мои. Все для нашего с вами хорошего настроения и комфортного существования. Всем хорошего дня!